Они очень хорошо относятся к детям и животным, склонны заботиться об окружающих. Из них получаются хорошие семьянины. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Покровительство Венеры дает этим людям неоспоримые преимущества. Как правило, они очень привлекательны и пользуются успехом у противоположного пола с юности до весьма преклонного возраста. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Эти люди ответственны и терпеливы. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Если же чувство прекрасного у этих людей трансформируется в страсть к роскоши, то они способны опустошить любые кошельки для ее удовлетворения, из-за чего имеют шанс умереть в нищете. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.